Можно потише. Лучше подсчитай, сколько ножек у гусениц. У гусениц по 6 ножек, значит всего 12. Стой! Теперь подсчитай, сколько будет 273 плюс 364. Вот и тишина. А Боб... Что? Малыш, кажется, тебе, как и мне, достались лучшие гены семьи Барбоскиных. Как-нибудь в другой раз, попозже, годика через два. Малыш, ты почему в шапке? Ужин на плите. Ну прям вообще, что происходит-то? Ну, давай, голый! Эй, вы чего здесь делаете? Ну, что случилось? Вы что, все оглохли? Почему вы сидите в ванной? И так весь день. Лиза! Лиза! Лизка, замолчи! Ни за что! Мамочка, хорошо. Конечно, справлюсь. Можешь на меня положиться. And his name is John C. Ага, пока. И тут он подпрыгивает и в прыжке с разворота. Одному бах, другому бах. А это сзади как кинет в него стул. А он, вот давай, кинь меня подушкой. Вот здорово. Вообще... Так, мама с папой сегодня задерживаются. Мне, как старшей, поручено уложить малыша. Уже поздно. Маленьким пора спать. Не хочется, вот ни капельки. Может, ты лучше знаешь, как укладывать малышей? Между прочим, знаю. В кино сегодня видел. Смотри, как надо. Hasta la vista, baby. Конфеты еще остались? Кончились. Кукатища! Известный химик Долматинец Таксович Пекинесов на пороге открытия тысячелетия. Он собирается изобрести состав, который откроет новые горизонты научного прогресса. Я тебе точно говорю, наш Генка на пороге великого открытия! Тук-тук-тук. Генка, твою ерунду научную прислали.
крайне признателен. А теперь извини, я сейчас занят. Хочу закончить один опыт. Это кардинально изменит всю нашу жизнь. Но, если получилось... Настю, то есть тебя ждет великое будущее? По крайней мере, оно будет лучше настоящего. Итак, получилось! Собственно, что и следовало ожидать. Моя! Отдай быстро! Нет, моя! А почему это тебе с желтым помпончиком? Потому что я первая сказала! Моя! Вы чего это? Я тоже хочу желтым помпончиком! Это моя шапочка, ясно? Ты мне больше не сестра! Мне. Вредина! Сама ты вредина! Сломала мой телефон! Полюбуйся на мою юбку! Он совсем новенький! Не прощу! Отличный сюрприз! Кто бы говорил? А юбку? Юбку мне кто постевает? Не зли меня! А ты не кричи на меня! А ты не зли! А ты не кричи! Это все из-за тебя! Теперь они никогда не помирятся. Тридцать семь и шесть. Гвоздь мне в кеда, я в вагон. Некогда мне валяться. Мама сказала, постельный режим. К тому же, поможем тебе в сложившейся ситуации. Да как вы поможете? Домашнее задание по труду не доделано. Сегодня еще моя очередь квартиру убирать. А главное, матч. Эх, все пропало. Да ладно, справимся. Не переживай, дружок. Без дружка обойдемся без дружка. Ой, значит, можете обойтись без меня. Вот возьму и стану космонавтом. Гвоздь мне в скафандр. Дружок один, к запуску готов. Начинаю обратный отсчет. 5, 4. Для точной статистики 3, измерим 2, температуру 1. Еще разок. Прощай, семья! Я отправляюсь туда, где я нужен! Он бредит. Видишь, у него беда с башкой. Мы огромная семья. Чики-бам-бони, чики-чертила, чики-бам-бам-бам, чики-бам-бам-бам, чики-бам-бам-бам.